От всей души хочу поздравить с великим праздником, с Днем Петра и Павла. Пускай эти святые будут надежной защитой вашего дома и всей семьи от ненастья. Пусть Бог благословит вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло, радостно и хорошо. Доброго здоровья, чистых помыслов, искренних людей и настоящей любви.